Год назад научный и деловой городок Технополь совместно с городом Кохтла-Ярви учредили фонд инноваций «Умного города», чтобы дать импульс идеям, которые работают над улучшением окружающей нас с вами среды. В рамках данного начинания было организовано и проведено несколько информативных и мотивирующих мероприятий, чтобы вдохновить людей и рассказать им о данной инициативе. Люди приходили разные, были много менторов со стороны Технополь. Мы рассказывали об условиях конкурса, мы рассказывали людям, что идея не должна быть идеальной, да, потому что продукта как такового идеального никто не делает. На то и есть этот конкурс, в рамках которого город предоставляет реальную площадку, когда может технологическая компания прийти и в рамках данной инициативы пропилотировать свой проект. Для технологических компаний это очень важно. А еще наша цель — способствовать тому, чтобы вот это сотрудничество между технологическими компаниями и муниципальными учреждениями и самоуправлениями, оно только развивалось и способствовало развитию технологий на территории Эстонии. В рамках данного конкурса было подано в общей сложности 30 заявок. Две идеи уже пилотируются в нашем городе. И сейчас идет еще, определяется третий победитель, который представил свою заявку как раз-таки на второй этап конкурса. Если у вас есть интересные идеи, неважно на какой вы стадии, вы ранний стартап, либо вы уже стартап, который твердо стоит на ногах и смотрите, например, на экспортные рынки, хотите развиваться дальше, Технополь как раз-таки та самая организация, которая помогает на разных этапах, да? То есть начинающим предпринимателям у нас есть возможность преинкубации, это коротенькая, очень интенсивная программа 3 дня. Есть основная программа инкубации, в которой наши менторы помогают стартапам реализовывать свои идеи, то есть выстраивать правильную бизнес-модель и в конечном итоге привлекать свои первые инвестиции.